Вчера телеграм-канал, принадлежащий, еще раз повторяю, для всех, чтобы вы знали, когда вы читаете телеграм-канал ВЧК, там и как он там через дефис называется, это телеграм-канал, официально принадлежащий преступнику, негодяю, мошеннику Герману Горбунцову, которого использовали все, кто угодно против меня, кое-кто даже пытается сейчас. И поэтому вы смотрите, как раньше делал Плохотнюк. Появляется что-то у Горбунцова, раз, публики, шмублики, все телеканалы Плохотнюка это тиражировали. Сейчас то же самое, только социалистов. Россия вчера направила в Интерпол запрос об аресте Усатого и так далее. Ничего они туда не отправляли. Когда они туда отправят, я вам выйду это сообщу. Значит, так как я и говорил раньше, если у меня, неважно, когда там кто-то что-то отправит, потому что сегодня, кстати, было заседание апелляционной палаты, значит, где как бы они оставили в силе ему арест и так далее, никто не слушает адвоката, но там очередной криворучка пытается решить мою судьбу. Я говорил и повторяю еще раз, что все эти негодяи, и неважно, с молдавскими фамилиями, или это сотрудники ФСБ или МВД, которые участвовали в фабрикации этого дела, значит, вы рано или поздно получите по попке вместе с вашим додончиком, панталончиком и так далее. Вы думаете, что это все как-то бесследно пройдет? Нет. Значит, я на крупице разобрал уже это уголовное дело, и я не просто докажу свою невиновность, я еще докажу, что вы сфабриковали, и докажу и многие другие незаконные действия, которые вы предпринимали. И поверьте мне, что если вас пугает, и сегодня вы меня пытаетесь уничтожить любыми путями, чтобы, понравиться Дадону, два, для того, чтобы, как они говорят, если Усатый, не дай бог, станет президентом или спикером, и встретится с первыми, там разберутся, то мы там все. Ребят, успокойтесь, даже если я буду мэром Бельск, вы по-любому ответите. Поэтому и тот генерал-лейтенант, алкоголик в определенном ведомстве, и те, которые поменьше, то есть, ребят, ну все, вы сделали почти все, что вы могли, кое-какие мерзости вы еще готовите на ближайшее время, а потом я вас буду прижимать к стенке согласно Уголовному кодексу той же Российской Федерации. Поэтому вот эти вот, Усатого объявили в Интерпол, Усатый, там то я убегал. Я здесь, я дома. У меня есть огромная работа,